Готов к труду и обороне. В этом году школьники и студенты страны смогут добровольно сдать нормы ГТО. О том, где и как будут проверять физическую подготовку ребят, накануне обсуждали в нашем городе. Уже сейчас известны нормативы. К примеру, старшеклассников это 8 основных заданий, среди которых бег, подтягивания, прыжки в длину и другие. Среди дополнительных предложены лыжные гонки, плавание и метание мяча. Для выпускников школ и СУЗов успешная сдача норм ГТО – это дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Поэтому сейчас конкурсной комиссии предстоит создать условия для сдачи норм программы по физподготовке в нашем городе. Каждый вуз сейчас определяет свои собственные подходы к учету данного результата. Но и понятно, что выпускник заинтересован в том, чтобы его портфолио было снабжено и либо золотым, либо серебряным, либо бронзовым значком ГТО. 30 мая школьники должны успеть пройти все испытания. Более подробную информацию о нормативах ГТО можно найти на сайте www.gto.ru. О том, где и как будут проверять физическую подготовку ребят в Кунгуре, станет известно после 1 февраля.